Есть у нас в приюте маленький ушастый эльф. Миксер или Микуша. Он поступил в приют в мае с истощением и неврологическими проблемами. Так как Микуша был очень слабенький, и мы не могли его полноценно обследовать, он отправился на передержку. Микуша вернулся в приют после передержки, где набрал вес и получил необходимые прививки по возрасту. Чтобы узнать, что же не так с малышом, ему было назначено МРТ, по результатам которого был поставлен диагноз – атлантоаксиальная нестабильность со значительной компрессией. Настоящий хрустальный малыш. Ему ни в коем случае нельзя ударяться и падать, чтобы он не повредил свою шею. Иначе может сломаться позвоночник, и малыш погибнет. В ближайшее время Микуше предстоит операция на позвоночнике и длительная реабилитация. Микки особенный малыш, и он ищет особенную семью, где его окружат заботой и любовью.